Домашние животные – это те, которые люди берут домой, и они еще их ухаживают, воспитают, дрессируют. Это такие зверюшки, которые живут у тебя дома, у которых есть хозяин. Они делают тебе такое разное. Животные называются корова. Бывают разные животные. Они бывают кошки, собаки, черепахи, морские свинки. Их покупают в магазине, а потом они... дома. Чтобы им не было холодно, чтобы они не голодали и не умирали с голоду. Когда наступит зима, они будут без хозяина, они могут замерзнуть. А так человек их забирает себе и ухаживает за ними.